Семья Барака Обамы покидает Белый дом. Переезд уже начался, и происходит он примерно так же, как и у обычных людей. Те же картонные коробки и несколько грузовиков. В ближайшее время семья отправится в Палм-Спрингс, так что у персонала будет 2 недели на то, чтобы расставить все в новом доме по местам. Чета Обамы по-прежнему будет проживать в Вашингтоне. Президент хочет, чтобы его младшая дочь спокойно закончила школу. Кстати, в новом доме жить будут не только Барак и Мишель Обама с двумя дочерьми, но и теща президента. Владелец нового дома, уходящего президента США, бывший пресс-секретарь Билла Клинтона Джо Локхарт, жилье с 8 спальнями, которое оценивается более чем в $6 миллионов, он сдает американскому президенту в аренду.